легких путей не ищем. Вообще никаких не ищем. Итак, вот такое вот интересное место. Здесь все усугубляют вот эти вот доски, бревна, которые тут торчат. Глубина тут, конечно, небольшая в теории и на практике. А вот выход и спуск очень немногонадежище выглядят. До старкам тут будет, конечно, тяжеловато, мягко говоря. Что, пройдем? Васьки пройдут, а вот, переживаю... Кто просил, чтобы снимали? Вот, снимаем тебя. Кто бревнушку покидать? На бревнушках потом. Мы в прошлый раз забирались в нее туда, было весело. Знаешь, мне лучше два бревна вот так положить и как порезать. Да хрен получится. Сань, такой, а в чем проблема-то, да? Че тут, есть ровная дорога. Разгончик взял и прыгаешь туда прям, и все. Сейчас сиденье подпрыгнуть. Потихоньку подтягиваются обеспокоенные водители. Так, ну что, надо пробовать. Так, ну что, я там проехал, в принципе, без особого труда. Еще один патриот перемахнул. Именно в плане сложности по застреванию там особых проблем нет. Тут именно геометрически пройти бы. Тише. Да что ты там, Сань, все падаешь-то везде? А ты в уголку-то, да? Получилось. Теперь задача не оторвать бампера, стоит у Дастера. Не дави людей. Да знаю, он может. Извините. Так, ну этот Дастер не такой видал. Все, вторую, тапку в пол. Только слева, видишь? Там, вторую, слева, видно. Не бери туда вправо. Зачем? Вот так есть прямо аккуратненько. Все, хорошо. Так, в целом более-менее проходит. Главное задница. О, вообще чистенько. Даже не чиркнул. Все, и дальше зацарапался. Заехал. Дальше Нева. Нева какой-то свой план. Взял немного другую траекторию. Все, для Нивы такая геометрия не составляет для них труда, так как Нива коротенькая, высокая, и там он наверх закарабкался. Чероки. Спокойно. Ох,
Там что-то уткнулся во что-то. Хорошо. Временем Росавтодор выполняет свои прямые обязанности. Чинит дорогу подручными средствами. Так, еще один патриот. Без каких-либо, очевидно, сложностей. Прогреб. Соболек. У Соболя с геометрией также проблем не возникнет, я уверен. Метр практически до бамперов. Что-то чихает, пыхает. Хрустит помост под ним. Но едет. Аккуратненько. Проходит. Теперь осталось ему забраться наверх. Дело сделано. Все, закарабкался. Так, дальше Kia. Вот Kia тут может несколько подсесть бамперами. Но в целом довольно высоко все расположено, свесы небольшие. Должен пройти. Аккуратно. Проблема сейчас на выходе из этой лужи. Спуск проблем почти не вызвал. О, как я и говорил. Несколько не хватает хода подвески все-таки. Закарабкался. Не так легко, как хотелось бы, но проехал. Дальше Джимни. Джимни такого также не боится. Прошел на выходе, думаю, вылезет с первого раза. Да, вышел. Длинная Нива. На ней надо аккуратно. Аккуратненько. Потихонечку. Прошел. Ох, подтопил. А, чуток. Не завез. Шоссейная резина по грязи. Конечно, не самое лучшее решение, но тем не менее. Отрываются прямо от земли колеса. Но водитель здесь отважен. Поэтому, думаю, сейчас будет сильное нажатие на газ. Не заходит. Может, подтянуть? Впереди такое чувство, как будто стоит блок. Давай, забрался, молодец. Это было нелегко. Правильную кнопочку. Заехал. Так, Тахо. Большой автомобиль. Конкретно большой автомобиль. Сань, смотри, тут бревнуха, у тебя широкая машина. Поаккуратнее. Не, она там... Консультирует тезку водитель Чероки. Так, здесь прошел. Прорубил. Олег, не пальцы, он толкнул. Но вот так, нормально. Так, еще один патриот новенький. Нажимает там, наверное, кнопочки. Со стороны населения.
Аккуратно. На Патриоте еще самое главное не сесть в середину автомобиля, так как там бак под днищем без какой-либо серьезной защиты. Вот. Дальше также должен выйти, так как у него есть задний электронный блок. Да, без труда пролезает. А где у нас грузовичок-то, кстати? Что-то скрылся с горизонта. Так, Дастер. Аккуратненько. Аккуратненько. Карабкается Дастер. Да. Чем-то там жахнулся. Так, подъезжает грузовик. В целом пролезает. Самое главное, чтобы бамперами не бьются участники. Дастер уже эту дистанцию преодолевал. Все, без проблем закарабкался. Так, грузовик. Что там, все, даже нет. Ну, грузовичку тут вообще без проблем можно пролезать. Все, только что-то заглох. Да, совершенно легко. Как ожидалось, он здесь прокарабкался. Все, стой! Так, еще одно препятствие. С левой стороны стоит джип. Такое ощущение, что он там застрял. Пошел за помощью. Поехал, показалось бы, наверное, легкая траектория, а там колея. Легкая траектория, на самом деле, как раз вот здесь, где мы все едем. Ох, чурок тут ныряет. Так, посмотрим, как тут проплывет УАЗик. Какой-то он хитрый план хотел изобрести. Пошел в сторону. Проехал. Соболек. Проплыл. Нивка. Хорошо, так уходит под воду. Проплыл. Тахо. Давай, Тахо, заплывай. Спокойно. На заднем приводе? Хотел передок включить, я посмотрю на заднем. Ну тоже хорошо проехал. Здорово его утащить, он туда можно кусточки поставить. Так, подходят еще участники. Стояла застрятая. Подошел, вот он удивится. Включил, наверное, понижаечку. Посадили его вообще. Тоже не исключено. Ох, патриот ныряет. Прошел. Так, по старку глядя на патриота, страшно так кидаться. Что-то где-то по краешку. О, там бревно объезжает, это тоже. Там бревно так торчит, да? Специально отбивает бампер. Вот. Поплыл. Он видит, там плавает на тем, в середине. А, на видно поплят стоит. Ну, это проект. Так, ездит наш броневик. Посмотри, дверь закрыта. Для интереса. Если закрыта, значит чей-то. Дверь закрыта. Вот такого же, да? Красник. Так, плывет грузовик. Посмотрит, намочит ли бампер. О, коснулся. Застрянет. Случайно. Если Дастер грузовиков объедет, то это будет интересно.
все, грузовик спокойно, приспокойно проехал. Ну там, наверное, так прям совсем жидко будет. Здесь вот, нет, здесь, конечно, а пойдет по диагонали выходить, утонет, я думаю. А что, надо сразу прицепить веревку, а то сейчас, блядь, потом там лазить придется. Левее руля. Левее руля. Хорошо, так. Ра! Молодец. Как мы хотели, Сань. О. Водой покажешь? Не, нормально вообще. Ну тебе, наверное, дальше выйти не надо, надо тебя доставать. Назад выйдет, попробуй. А Саш, лучше его вперед. Саш, попробуй назад, пойдет, нет? Да нет, там жидко. Подвод начнет ходить. А как вы хотели здесь проехать, чуть не понимаю? Никак. Вот. Хотели застрять. Только чисто вот так. Не, ну он там есть, ну там, Сань. Вот тут поедешь. А вот там что? Там тоже. Сейчас, давай я там попробую, кто меня будет доставать. Давай, я достану. Там, подожди, вот. Сейчас будет дырок, классно, и выход силой. Было. Ну что, продолжаем преодолевать интересное местечко. Я там в одном месте подзарылся. Вытащили меня. Ох, как на пределе проходит. На пределе, на пределе, на пределе. Прошел так, Чероки. Проходит, разместили там уже порядком. То место, а в обратку сложнее выходить. Итак, Чероки пошел по тяжелому месту, где я застрял. А, фиг там пройдешь. Стой! Не тони, сейчас выдернем. Все, нет, не я один там не смог проехать. Все нормально. Сейчас вот у нас есть. Плоти, только что завезли. Так, а тем временем что-то тонет газон здесь. Самое интересное, что здесь не за что лебедиться. Ох. Замыливает. Конкретно. Не копай, давай мы тебя за лебедишко вытащим. Не копай. Так, ну что, газон, в общем-то, на самом деле подзастрял. В этом плане, конечно, вес играет не самую лучшую роль, потому что машина тяжелая и подзарылась, утонул просто-напросто. Так, Чероки решил еще раз пройти это сложное место. О, в обратную сторону более результативно, вот не хватает ему сейчас блока спереди конкретно. А идет. А идет не очень уверенно, не очень быстро, но идет. Да, еще колышется. Не, Сань, все, наверное. Вадим, одерните его. Ну что, все? Да. Сейчас обарьком, сейчас, вперед. Вперед. Его тросом вперед. Так, залебедили газонок Тахи, но что-то Таха едет. Так, тем временем Соболем эвакуирует Чероки. В принципе, не крепко он там сидел.
вышел. Короче, ручей почистили маленько, да? Да. Теперь наша задача эвакуировать газон, который там подприлип немного. Сань там проводит тонкие инженерные вычисления. Чего не хватает? Давай! Итак, здесь тем временем заякорили двумя машинами. Ты тормоз держи, и все! Эх, и двух тянет. Хотя вот, пошел. Все, газон пошел. Сейчас поедет так и назад на этом, как его. На динамку. Кубку сейчас теряете. Не, нормально висит. Все, газона вытянули. О, два джипаря, это мощь. Добрался. Да, грязюка — это не стихия тяжелых машин. Соболь-то, шкура-то. Да. Можешь комментировать по ходу происходящего с Соболем. Соболь, Леха, смотри. Пройдет. О, боже мой. Два к одному — это вискарь, так мешать надо. Ох, а не залез. На выходе ему сложнее. Да, скользко. Ну что, надо тянуть его. Давай. Нет, тут ему не забраться. Пока за рулем. Не копай, подъедь ближе и встань. Подними, сколько подымешься. Дастер как-то тут. Дастер кроссовец вообще просто здесь пролетел. Он стоял хорошо же, на сухом, да цеплять хорошо. Мы не ищем легких путей, не ищем. Вообще никаких не ищем. Это мы для этих, для диванных профессоров говорим. Диванные профессора, с ними спорить бесполезно. Они самые на такие. Потому что они много ютуба смотрят. Верхушек хватает, люди вот такие рассказывают, которые вот здесь торчат. Они знают все. Вот, с ними спорить. Все, Соболь долез, докуда это возможно. Тут уже и это место тяжеловато проезжать. Да, это да. Так, Соболя вытащили УАЗиком без проблем. Так, ну что, Чероки? Беги, ну, этот-то. Беги, куда-нибудь беги. Град Чероки. Бегите, разбегайтесь! Ох, Черокес запрыгнул. Так, перед тем, как
ты бы отошел бы, Саня, а то сейчас как оно выстрелит сюда. Так, все, бревнуху сломали. Какая-то там коряга. О. Газон, перед тем, как тянуть газона, нужно вынуть вот эту бревнуху оттуда, так как она может войти ему в радиатор. Что-то реально каким чудом, что никто на нее не напоролся, вот пока ездили. Вот это да, вот раз, здесь, вот, да. А так она привстанет, нахрен проткнет всю машину. У меня броня там, блядь, подсел. Под раз, да, мне под карму. Ага, он решился так. Ну давай, отходи. Так. А уже затянуло его. Он пока стоял. Уже, да, уже затянуло его. Может, ему немножечко тахой помочь и вернуть. Так, пробуем тахой подтянуть газона. О, обошел. Вот что американская мощь сделала. Обошел. А то. Стой, 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 не ходи, ладно. Куртка. Почти не испортилась. Куртка живучая. Таха вытянула газон. Вот это номер. Да, таха может. Да можно, мало. Дай. Мощность, вес. Сколько он весит? Взвешивал? 2,5. Сколько? 2,5? Чё-то мало. Соболь 2,600 весит. Что-то не договаривает. Так, ну все, что, едем дальше? Так, Чероки решил проехать по сложненькому. О! А не так-то там и сложненько. Проехал! А тут вот что-то сложновато как-то. Пусть он, Саня, уедет подальше. Что, Соболь решил прям в наглую по колее, по илистому дну пройти. Посмотрим, что у него получится. Все, давай вот сюда вот так. Потому что там... Советуют очевидцы, что делать. О, обошел. Ох, под конец подзавалился. В целом передвигается. Хотя дно там очень мягенькое. Хорош. Не хватает немного разгончику, чтобы выйти наверх. Вот сейчас после Соболя Дастер точно не проедет. Разроет. Да выходи прямо сходу, он выйдет. Не хватает, очевидно, Соболю мощности. 100 с копеечками лошадиных сил в его недрах. Веса почти 3 тонны. Вали, колеса левее, у вас колеса вправо. О, вот так, а потом, все, не-не-не, чуть-чуть, вот так. А ему из колеи, мне кажется, не вылезти. Из колеи ему не вылезти. В конце все равно в колею. Стоп, Дастер! Этот назад не может выбраться, глинистая почва. Да, замыливается по крышке прям мгновенно. Раз, два, три, я так вот. Не, не вывозит. Дай! Ходи! Дай-ка назад! Назад опять! Так же, дай как-то давай! Заходи!
Перебежим в сандалиях на ту сторону. Такой отток воды. Идет совет. Пускай вот сюда. Вот сюда, в левую сторону. И вот так вдоль и пошел, вон на сани. Понял? Да, вот так. И как раз ты в раз пойдешь. Нет. Ты как раз по колее пойдешь вверх. Я сейчас смотрел, воды, когда не было, ты угонял. Я смотрел. Вот сюда выходи, вот на этот край. И пошел. Я Сережа туда. Надо прямо рубиться. Да, прям. У него колеса больше мои. Да. Вот они мосты взяли. И у тебя как раз. А у нас мосты, видишь, у нас редуктора в разных. И так левее, да. Держи. У этого слева, а у меня справа. О, вот так, и полевее. Все, получена ценная рекомендация по преодолению данного спецучастка. Пошел. О, все. Молодец. Что-то взлетело. Неважно, я же говорил. Я просто вам когда воду гонял, я смотрел. Я говорил, люди перейти теперь не могут. Вот так и еду. Так, теперь на очереди Дастерок. Подожди, там люди. Разрез этой колеи. Хочешь застрять? Ну давай. Ну пробуй застревать. Покажи нам, как это делается. Конечно, он в тапочках сидит, он знает, что это самое. Так, Дастер, в общем, пошел. Все, в наглую, видимо. Прям по колее. Да. Все перекрестились, чтобы не переехать. Думаю, если он сейчас... Да, Саня? Сейчас пошли продавать с тобой. Вот ради интереса, я говорю, сейчас привозят, пойду за ним. Колес правее! Нет, там не выйти. Колес, скажи им правее пусть. Надо его переставать и стой, все, он пришел. Это форменный издеватель. Сань, крикни ему, чтоб прямо шел. Давай полегче задрать. Так, решили Дастера поддернуть. Поровнее поставить, правее. Справа колеса пусть. Ну-ка, дай-ка я за ним по колее попробую пройти. Это же интересно стало. У тебя там защита вывернулась. Защита вывернулась. Наконец-то. Мне кажется, его сгладили просто. Кто это мог быть, блин? Кто-то, наверное, на патриоте. Надо покупать дизельный Дастер, вбивать гайку в муфту в заднюю. Сейчас я после него попробую. Сейчас я по колее попробую, ради интереса. О, видишь? Видишь? Он меня загнать хочет. Говорит, поехали, теперь наша очередь. А я как бы, знаете, понял, да? Это как-то... Да, мы потом что? Да, ну да, Сань, сейчас 32. Так, Дастерка примотали. Колеса прибей! Через год будет писать, я знаю, говорит, маршрут, поехали со мной там по лайту. Ну да, конечно, для тебя там по лайту. Так, немного, я думаю, его надо подернуть. Да, Дастер пошел. Видишь, там ступенька вот эта вот на выходе, вот будешь это, в нее да, втыкаться, да, бля, да, вот да. Она мешает. Так-то пройти, ну, не сложно. Ну вот сейчас посмотрим, Таха. Профессионал. Да. Да. Вадимка, отходи. Вадим, отходи! А то сейчас душ Шарко с грязевыми ваннами. Сейчас, погоди. Так, Таха, интересно, по колее ли он пойдет? Ну что, идет Таха по колее. Наглая. Эх, воткнулся. Хочет выйти в сторону, но 100% у него это не получится.
обратно тоже не выбраться. Так, потери. Да, потери. Ну что, еще одна попытка. По кустам. Давай, американская мощь, веди. Закидал там все грязи. Проехал. Это было сильно. Диагональ-то пошел, Сань. Чтоб морды не накрыть. Да ну, грязи больше, это самое. Так, тем временем, безумно раскатав все, что только можно, рубится Патриот. Нет, не вывозит. Все, выбрался на исходную. О, а здесь проехал. Да, нелегко это было. А мне тоже говорили сразу. Говорит, езжай левее. Да нет, ну как, а понты. Бешеного разгона с нажатием газа в пол. Дальше, 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 Владик зашел. Дальше. Там еще с машины идет. Дальше, зеркало-то дальше, мне дальше, надо дальше. Подобрать. Сейчас, погоди. Зеркало. А, оторвал, Миш. Погоди. Зеркало оторвал. Ну что, ты так неаккуратно. Оторвай зеркало. Давай я схожу в сапогах, Миш. Давай. А что ты сейчас сам? Машина проехала, сам застрянешь сейчас. А ты брызговик там оставил? Брызговик там оставил. Я говорю, тонул, да? Ну, а я не знаю, вряд ли ты резину вышел. У нас тритонный вес. Я увидел, что он болтался. На одном болту. А, он еще был? Да, он еще был, я тебе сказал. А, я думал... Ох, Вадик решил на прямке. Еще один желающий. Блядь, чуть-чуть. Все. Что он с упорством сюда пошел тоже. Все, даже назад не едет. Не один. Можно у тебя покурку просить? Там рыбой плавает. Либо знаете, где, где? Давай. Так, поддергиваем тахой. УАЗика. Хорошо, прилип. Что-то не тянется, может, он лучше назад. Обходи, посмотри. Да попробуй маленький. Я боюсь, трос не порвался. Сейчас я... Ну тихонечко. Маленький рывочек. Чуть-чуть. А? Маленький рывочек. Вот так как стоит. Ну попробуй. Чуть-чуть. Маленький рывочек. Ну вот как раз так. Так. Да. Так, сейчас может лопнуть трос. Нет. Саня вошел в кураж. Да. Отъедь назад, нормально, дрони его как положено. Да не, он трос оборвет, и все. Все, оборвет. Ему сейчас...
Да он даже разгон-то не наберет здесь нормально. Могу я трассе сдать, у меня покрепче. Итак, взяли более толстый трос. Ох, не выходит. Что-то конкретно стоит. Парковку он не вырвет по-другому. Вот крюк УАЗику может вырвать. Ништячки полетели. Все, почти вышел. Все стороны летит. Дергать, надо еще рывок. Ему понравилось просто. Он звуком наслаждается. Все, давай последний рывок. Все, давай вперед пойдет. И вот теперь дальше. Сань. О, плюшки во все стороны летят. Не вылезает, крепко сидит. Все, хорош! Нет, это перебор. Сейчас вылетит. О, все. Вылетел. Все, все, хорош. Итак, остался грузовичок. Посмотрим. Надо смотреть. Грузовик. Пройдет ли грузовик здесь? Грузовик, естественно, идет по колее. Для него эта колея не опасна. Тихим ходом. О, давай, ну чуток. Чуть-чуть не хватило. Больше надо разбег брать. У тебя даже грузовик, я смотрю, чертит там мостом. Че? Немного не хватает. Давай, грузовик, ты должен это сделать. Не хватает очень большую ступень на рыле. Да? Там багажник прям кинь. Там шахлик один есть на нем? Все, отлично. Да, ну УАЗики тут явно не забраться. Мне говоришь, там есть, блядь. Проедешь. Не, у нас по краю есть. Не в клею. Там не проехать. Больше ни на чем. Увозить его, проехать. Да. Он вот как раз самый сложный вот этот выбор. Да, такое ощущение, что грузовик здесь тоже не зайдет. Че, Сань, как думаешь, заедет? Заедет. Он хотя там мостом вот это собирает. Кто? Он мостом собирается? Да. Нет, вот там... он успевает, задним мостом он туда пытается. А, он не передок проходит. А, он и перед. Что-то, он и перед он начал тыкаться. Ступень по пояс уже получается. Да. Будет вода стоять, кто-нибудь не знал, куда будет, нормально. Эх. Вот заглох. Даже газон не может выбраться. Нагрел.
Ну что, дамы и господа, пока у газона остывает мотор, чтобы заработал стартер и все опять закрутилось, заездил, и он отсюда выйдет. Мы качаем колеса, завершаем этой такой крутой джиперской нотой сегодняшний выпуск. Надеюсь, тебе понравилось. Конечно же, под роликом, как всегда, напиши, какие машины тебя сегодня порадовали, какие, может быть, не порадовали. Какие тачки ты хотел бы видеть в оффроудных батлах, в оффроудных экспедициях. Ну а мы пошли качать колеса. Сразу после моего заключения вы увидите, как отсюда выбирался газон. Спасибо.